Я Джилам, чьи воды были свидетелями войны. Она изменила мир. Махарани Анасуя родит мальчика. Его имя будет начертано золотыми буквами. Борос! Вы рождены быть рабами и прислуживать ваших дел. Два героя из разных культур, воспетые в одной истории. Александр, твое царство будет настолько больше владений царя Филиппа, что даже золотая птица Индии будет его частью. Лучше умереть свободным человеком, чем жить как раб. Теперь весь мир увидит, что значит кровь Зевса, которая течет в моих жилах. Я вышла замуж за злейшего врага своего брата. Ради единой Бхараты ты был рожден, чтобы исполнить эту мечту. Не воевать с прошлым, но сражаться за будущее. Нет ничего важнее нашей Родины. Индийский телесериал «Порус» с 7 ноября на телеканале «Культура».